Да, видишь, идут циферки. В прошлый раз их не было. Да, порядок. Вот. Да. Значит так, отсюда мы начинаем поиски пропавших картографов Спирита и Стерео. Вот наши поисковые собаки. Сейчас мы включим свои GPS-модули. Информация оттуда будет идти в сеть. И за этим всем будут следить наши друзья. Так, и я включаю тоже. Посмотрим, есть ли GPS фикс. Сейчас, подождать. Так, вопрос. Ты взял вот носок спирита, чтобы дать понюхать собакам? Ага, сейчас, послушай, это взял. А серия у нас что есть? Сейчас, посмотрим. Значит, вот есть. Его старые шпаргалки, вот это стерео, старые его шпаргалки. Отлично. Еще. Дать понюхать кому-то из них. Понюхай. Кто у нас писали? Так, все, взял след, взял след. Смотри, смотри. Все, взял след, след взят. Но мы знаем также и GPS маршрут ребят. Если с ними все в порядке, то они уже давно были выйти на связь. Ну, странно, странно. Может быть, они заблудились просто. Да, вполне. Только вопрос, где они столько времени там... Хотя вот насчет тех, кто живет без еды, читал про одного индийского йога, который был на обследовании в больнице, и сколько он там, 2 недели, за ним наблюдали камеры, так вот, за эти 2 недели он не поел, ни воды не попил. Вот, ага. Но мы туда не идем, наш маршрут совсем другой, мы идем вглубь леса, на восток, на северо-восток, вдоль старого кладбища. Сейчас. Вот он. Так, 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 так. Куда идти? Наверное, разу. Они, в принципе, шли по дороге. Вот, возможно, следы их шин. Кстати, вот. Да. Кстати, вот мне кажется, что именно ширина этой шины соответствует Украине. У Спирита здоровый еще советский такой велосипед. Да. А вот Стерео ездит тоже на советском Минске. Вот ищейка тоже взял. Видишь, он идет по следу, в ту сторону идет. Да, видишь? Да, да, да. Они... Скажи, спирит мог носить вот такую обувь? Хотя, честно говоря, она женская какое-то. А спирит он... кто? Чуваки обувь. Чуваки. Что-то оно мне не нравится. Что? Вот это. Это, да, в самом деле, почему одна? Ну, мало, можно предположить, что кто-то что-то потерял. Это вообще как мрачно так. Ну вот шли поначалу нормально, сейчас что-то вот... Да, этот загадочный лапоть как-то тревожит. Ну, тревожит. С одной стороны, конечно, вроде повода для тревоги нет, ну мало ли кто потерял. Что с тобой? Что случилось? Знаешь, внезапное чувство страха. Понимаем, мне никто. А вот я думаю, они
поздно ли нам повернуть обратно? А что скажут наши друзья? Да, они скажут, ты прав, они скажут, что мы... Меня очень беспокоит вот тот GPS-маршрут, который передавался от спирита и стерео. Дело в том, что до того, как он пропал, траектория их перемещения стала хаотичной. То есть они бегали в разные стороны, как будто бы их кто-то преследовал. Вот это да. Диск. Подожди, а тебе не кажется странным, что в лесу диск? Кстати, если я не ошибаюсь, такие вот... Такие, на такие диски спирит переписывал фотографии. Да. Спирит-то в диск. Угу. Надо взять, вдруг тут что-то важное. Да, если он, конечно, не повредил, даже. Не поврежден, но... Так, вот. Взяли след. След? След тут ребята кружили. Кружили на велосипеде. Вот это видишь, они тут немножко... Так. Мы идем правильно? Сейчас глянем. Так. Нету. Так. Собаки идут верно, и мы с ними тоже. Отлично. Они знают, куда идти. Кажется, мы приходим к урочищу Сухие горы. Вот. Так. Вот тут большая дорога. А вот тут малая тропинка. И дорога идет туда. И мы сейчас довольно уже глубоко от города. Вот если сейчас остановиться и прислушаться, то не слышно ни шума машин, ни... Слышишь, что это? Кто-то словно ноет где-то. Птицы. Так где-то там, где-то там. Вот где-то там кладбище. Ну и не нравится мне, не нравится, не нравится. Я не суеверен, но все-таки. Да и тем более. Ягодки. Ягодки. Да. Это не то, что стоит есть. Сейчас. Идем так. Понятно. Это вот та знаменитая штука, про которую ты мне рассказывал, типа как заходцы ходят с лозой, так этот шнурок служит для поиска людей, да? Да. Вот так ты крутишь, это своеобразное шаманское действие. Да. Это с мантрой или с заговором каким-то? Ну это я рассказываю, читаю про себя мантру. Так, это тайная, да, мантра? Да. Нет, просто, не можешь раскрывать. Чтобы не то, что не рассказать, просто желательно говорить про себя, проговаривать, чтобы тогда можно, значит, направить энергию в нужное русло. Потому что если говорить вслух, то энергия расходится в разные и стороны. И шнурок покажет направление. Да. Так. Да, он мне расскажет. Так. Ну что, а можешь это показать сейчас? По камеру. Сейчас прикасаешься с тонким миром, да? Хорошо, я не мешаю, не мешаю. Значит, мой шнурок подсказывает мне, что идти надо туда. Что за сейчас то? Посмотрим. Видишь, и шнурок, и GPS. А вот, в принципе, навигатор вот так. Показывают. Кстати, где-то вот недалеко тут сигнал оборвался. Это уже урочище Сухие горы. Мы уже сюда пришли. Так. Сухие горы. Тут оборвался свет, рядом еще оборвался сигнал. Мощнейшая геопатогенная зона. Так, честно говоря, я вот чувствую, что тут что-то не то. Да, вот что-то чувствуется. И собаки идут по следу. Видишь, да. Видишь? Да, хотя собаки тоже это я чувствую, но тут они вроде спокойные. Да. Сигнал прерывается примерно где-то, где вот эти три деревья.
Вот там, да? Давай посмотрим. Как наш прием GPS? Как нормально сигнал? Сейчас посмотрим. У меня что-то уже начинает тоже рваться. Кстати, вот и у меня. Вот я тут прошел, у меня тут тоже самое начинается. Блин, тень какая-то. Ой, вот же солнце, спутники. На прием как переломляет сигналы. Сейчас я тут попробую. Давай. К такой помощи. Так, не понял. Тоже не работает? Потому это что подсказывает, что они где-то здесь. По идее, мы их уже должны видеть. Кострище. А я думаю, что надо исследовать овраг, который примыкает к старому кладбищу. Спирит! Стерео! Стерео! Ребята, спирит, стерео, где вы? Хотя это так. Я, к сожалению, не могу понять. Веди! Веди нас! Веди! Так! Где они? Где? Не понял, мощный рок. Так, по-моему, на него тоже звона влияет. Ты слышишь снова этот странный звук? Кто-то ноет где-то. Ага. Странный. Чем он ближе, если я его поначалу не слышал. Плохо, вперед. Стремно. Не, кроме того, мой шнурок отказывается брать, он... Предлагаю пойти в точку, где сигнал от ребят прервался в последний раз. Да. Пошли. Поля ландышей. А вот папоротник, смотри, здесь даже папоротник есть. Папоротник, вот из того, что у меня, значит, вид 2, один, два вида. Один, что самый распространенный, он такой, растет вот откуда такой вот, от корня, он распространяет такие высокие листья. Если опознать, значит, он такой вот высокий. А есть маленький, который спорами он распространяется, он такой чуть небольшой. Сейчас. То есть, и у него другие листья, это какой-то третий вид. Алло, алло. Алло, да, мы да. Мы потеряли чего вас. Да, пропал. Вы в аномальной зоне. Что пропал? Можно вообще там сигнал рваться? Тебя не слышно, алло. Я так подозреваю, что скоро пропадет и сигнал от мобилки. У меня уже пропал. То есть, вот мы вышли на заброшенную грунтовку. Снова следы от знаменитой Украины и от Минска. Судя по ширине, Украины уже шины лопнули. Ширина увеличена. Нам остается идти по следам шин. Да, раз. Даже шнурок не работает. Сейчас еще раз попробуем. Посмотри. Сейчас. Опять этот звук ноющий. Что ж? Новые сведения? Он мне говорит, что спирит и стерео где-то рядом, и с ними еще много людей. Какие люди тут могут быть? Вот. По-моему, он что-то совсем... Это странно, у тебя сбой шнурка. Да, он пол натуральный сбой какой-то. Вот тут низина с болотом. Вот там растут березки. А вот... О, снова звонят. А что, еще есть связь? Сейчас отвечу. Mm-hmm. Самое интересное, а вот понимаешь, такое ощущение, что там действительно, там где-то 30% людей с фамилярицев, поэтому вот, еще 30% это здешние фамильные бабушки Безбородовы, там еще что-то. Большинство-то... Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Мне тоже. И этот звук, ноющий звук, все нарастает. Он вокруг нас. Он повсюду. Смотри, какой-то красный знак. Это не кровь? Черт его знает. Или краска? Черт его знает. Я вообще я не понимаю, где мы находимся, и без работающего GPS мы фиг отсюда выберемся. У меня он не работает. Да вот как-то
повлияло, может быть, излучение, наверное. То есть все происходит неспроста. Тут я, честно говоря, не могу понять, куда нам идти, откуда мы пришли. Мы пришли совсем не туда, куда я планировал, блин. Совсем не туда. Вот мы привали, сейчас еще посидим, отдохнем и пойдем дальше. Надо было взять с собой воду. Надо было, мы забыли. Честно говоря, тут такое, что, честно говоря, уже... И этот звук вот напрягает. Напрягает. И, честно говоря, у меня какое-то ощущение, что вот там, вот с кусты, за нами кто-то смотрит. Там кто-то ходит или... Вот посмотри. Там, кажется, кто-то ходит. Подожди, надо снимать до конца, до самого конца, чтобы у нас оставались видеосвидетельства. Это что, лишь бы жить, живы мы остаться. Уходим? Уходим. Уходим, уходим. Только в это самое. Да. Сейчас уже не будет стерео. Какой стерео? Живы мы остаться. Блин, зомби. Настоящий зомби. Да. А я тут только что приказал. Стоп, они спереди. Стоп. Назад, стоп. Не трогай. Что? Меня что-то морозит. Что это? По-моему, меня укусили. Ну, слушай, надо... врачу эту штуку продезинфицировать. Если успеем, по-моему, поздно. Да ладно. Коля, что это такое? Наверное, мне температура. Блин, давай попробуем позвонить еще раз к твоим родным. Нифига. Не работает ни хрена. Так, пошли, все. Идем, выбираемся отсюда. Как ты найдешь? Вы мне хотите, что вы забираем твой рюкзак? Давай, идем. Я сейчас все возьму. Не волнуйся. Только себе... бы на брощаку успеть, а там я уже скорую помощь. Хорошо. Вызову. Ты как приедешь, звони. Я просто сейчас не могу с тобой поехать, потому что мне надо собак завести домой. Я понимаю. Давай, я тебя...